Boys and Toys. Всем привет! Это Артур. Вы на канале Boys and Toys. И сегодня мы будем открывать Lego Nexo Knights. Замечательные рыцари и монстры, которые на них нападают. У нас будут и те персонажи. Да. С какого начнем? Маленького. Beastmaster называется он по-английски. По-русски просто укротитель. Он обожает монстров, он может любого монстра приручить. И очень не любит непослушных. Да. Которых невозможно приручить. Ну что, давай откроем его. Пакеты с деталями. Инструкции. Три щита есть. Nexo Knights — это не просто фигурки Лего в конструкторе. Это прекрасная игра, которую можно скачать бесплатно, а затем на каждом конструкторе Лего есть специальные щиты. Ты добавляешь щиты, они дают тебе уникальные способности. Ну что, приступаем к сборке. Открываем пакеты. Щит. Их тут три. У Beastmaster, у этого укротителя, три щита, да, которые да. мы обязательно должны будем занести в игру. У укротителя, вот, он уже готов, у него есть такая крутилка. Крутилка — это супероружие да. какое-то, да? И у него есть головы. Вот. Головы, они же какие-то ударные инструменты. Тут есть динамиты, два, которые он может бросать, там, взрывать. Но не просто динамиты. Да. Усиливает их влияние специальный динамитный щит. Да, вот он. Устанавливаем его. Вот сюда. А вот тут такой щит, как ураган. Вот. Да, какое-то да. электрическое да. поле или смерч, ураган, да. торнадо, что-то такое. И вот тут такой щит. Элемент на щите, да. да. И самый центральный? Это ему вот сюда. Это такой, как вот эти головы. Вот угу. тут. Да. Такой же злой смайлик. Да. да. Вставляем его сюда. Вот он уже так выглядит. Укротитель или Beastmaster – предводитель монстров. Монстры рождены в безумии и хаосе, поэтому ими очень тяжело управлять. Чтобы хоть как-то их контролировать, вам понадобится укротитель. К сожалению, у него самого проблем по горло. Он завел себе двух совершенно сумасшедших глоблинов, которые то и дело таскают своего хозяина с места на место. Укротитель может брать динамит, может брать да. даже двойной щит, так нарисовано на коробке. Все можно, вот это все можно ему дать. Он уже готов к битве. Ну что, давайте отсканируем щит в мобильное приложение. Да. Отсканировали. Да, усиление персонажа нашего бойца. В нашей коллекции новый щит – динамит. Сканируем следующий Nexo щит. Вот он будет. Вот он. Нужно как следует навести на него сканер. Ух ты, даже в таком положении получается его отсканировать. Просто прекрасно. Как же он называется? Новая Nexo сила – энергетический вихрь. Круто. Дорогие подписчики канала Boys and Toys, у нас есть специальный эксперимент для вас. Попробуйте нажать на паузу и отсканируйте наши щиты. А если получится, обязательно напишите в комментариях. Удачи в игре! Духи — это грустные, одинокие существа. Мы решили показать, как будут в игре использованы эти щиты. Потом у нас второй щит. Освети небо динамитом. И третий. Глоблины не такие уж и плохие. Они из-за тебя могут сражаться. Ну что ж, в бой. Можно только два персонажа выбрать.
Ну, давайте два. Клей и Арон. Справедливость вас торжествует! Вперед, боец! Можно их менять, да, между собой? Клей сейчас идет. Пока что щиты использовать нельзя, они еще не активированы, но постепенно они закрашиваются в цветные краски, и тогда их можно будет включать. Все зависит от убитых противников. Чем больше их количество, тем быстрее можно использовать щиты. А тем временем щиты уже готовы. Ну что, давай какой-то запускаем из них. Глоблины. Атака глоблинов. Смотри, крутилка такая же, как у укротителя. Да. А, и глоблины сразу теперь уже за тебя они сражаются, да? Они против. Вот он помогает мне. Он помогает, действительно, на себя они берут, наверное, даже часть урона твоего. Победа. Миссия завершена. Команда стала 5 уровня, и мы видим, до 6 осталось совсем немного. Ну что, крутая игра. Будем развивать персонажей, да? Да. Усиливать свою команду, тем более щитов у нас будет еще больше. Попытаемся их найти максимальное количество. Ну, игра тебе понравилась? Да. Ну, я думаю, всем нашим телезрителям тоже понравилось. Обязательно напишите в комментариях, удалось ли отсканировать наши щиты. Надеюсь, все получится. Ну, а в следующей программе мы откроем вот этот набор. И здесь есть только один щит, да? Да. Угу. А в маленьком наборе сразу три щита. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем, что смотрели наше видео. Давайте общаться и дружить. Пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы видеть новые выпуски. Всем пока! Boys and Toys.